Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу. Шалом. Приветствую. Вот, друзья, сегодня интересная такая запись получается. На израильском телевидении, русскоязычное израильское телевидение. Несколько вопросов будет задано, я так понимаю, мне. Вот, у меня у самого куча вопросов к израильскому обществу, будем так говорить, к моим друзьям в Израиле, к моим радиослушателям, телеслушателям, телезрителям. Потому что в интернете среди моих подписчиков много тоже израильтян, много очень русских евреев, украинских евреев и много тех, кто интересуется как раз религиозными вопросами, проживая в Израиле. Сам я только лишь один раз был в Израиле. Это было как еще в 2000, не помню, каком году, в 4-м или 5-м, а может даже 6-м. Я был на экскурсии, был как турист в Израиле, поэтому, в общем-то, мое знакомство было только лишь вот такое, довольно беглое, быстрое. В течение недели нам показали, как бы, ну, весь Израиль, будем так говорить. Показали, что могли показать за неделю. Вот так вот. Так что сейчас готовлюсь к этой трансляции, готовлюсь к записи. Телевидение, да, Александр Гур-Арье, да, он списался со мной на Facebook. И вот сейчас я в Skype добавил как раз. Да, он уже чайник закипел, уже буду сейчас буду чай хлебать и пить и отвечать на вопросы. Шалом, шалом. Так, шалом.